Альберто Нуньес Фейхоо избран в субботу новым лидером главной оппозиционной силы Испании консервативной народной партии. 60-летний Фейхоо возглавляет правительство автономного сообщества Галисия. Среди задач, стоящих перед лидером консерваторов, улучшение репутации народной партии, с которой связаны коррупционные скандалы. Политическая конкуренция не только с правительством социалиста Педро Санчеса, но и с ультраправой партией «Голос».